Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Априори. И это мой авторский подкаст под названием «Хаускаст». В ближайший час, а может чуть больше, я буду для вас играть ту музыку, которую люблю больше всего. Это хаус, музыка. Я читаю все, что вы пишете в комментариях, поэтому если есть что сказать, высказывайтесь. Как вам музыка, как у вас настроение, как проводите субботний вечер. Вещаем мы из самого центра Санкт-Петербурга, с территории Академии Резонанс Мьюзик. И если вы здесь, у вас отличный музыкальный вкус. Погнали! Ребят, вижу, что потихонечку подключаетесь. Коля Бисса, привет. Анжела, привет. Начал я сегодня новую работу от Лоустепа, которая называется You.
Еще раз привет всем, кто присоединился к трансляции. Меня зовут Андрей Априори, это House Cast, авторская моя программа. И сейчас играет абсолютная новинка. Это Floor Plan Holy Ghost. Трек вышел на Classic Music Company, один из моих любимых лейблов. Классная, сочная, теплая хаус-музыка выпускается на нем почти еженедельно. И рекомендую послушать подкаст ежемесячный от Айндара, этого лейбла. Короче, Classic Music Company. Посмотрите в соцсетях, очень классный музыкальный материал они поставляют. А сейчас композиция с еще одного очень крутого лейбла. Это вообще легендарный лейбл. Называется он Nervous Records. А так называется Nervous Track. В начале программы я сегодня поиграю достаточно андеграундную хаус-музыку, то, что называется классическим хаусом, немножечко к истокам вернемся, буквально несколько треков, потом пойдет более коммерческий материал. Такую музыку, то здесь нужно, конечно, слушать на хорошем звуке, потому что здесь важен грув, важна атмосфера. Это что-то близкое к шаманским танцам. We'll be right back.
это один из моих любимых треков за последнее время, вышедший на обожаемом мною Defected. Называется он No More Looking Back. Очень крутой, коммерческий, теплый, красивый вокальный трек. Следующий трек — это проект Solardo. Называется он It's a New Jam. Название It's a New Jam, а трек-то вообще не свежий. Трек 2015 года, как-то мимо меня он прошел. Сегодня случайным образом на него наткнулся на битпорте и очень мне он понравился. Достаточно жесткая работа, но при этом стильная. We'll be right back.
решил правильное описание этого трека, он именно крутой. Трек. Это моя работа, называется трек All Night. Еще нигде не выпущен и совсем недавно написан. Вот будем проверять хаус-касте, как он звучит. Эксклюзивная музыка только здесь, больше нигде ее не услышите, не зашазамите, даже не пытайтесь.
попытаться-то, конечно, можно зашазамить трек, но вряд ли что-то получится. Как и с этим треком, кстати, тоже моя работа. Все, что произвожу в студии за последнее время, тестирую здесь, в программе. Кстати, трек этот называется Stay. Я думаю, как вы уже догадались.
это композиция под названием Open White, вышедшая на лейбле Tool Room. Написал ее Рене Амес. Leave me, you can go.
устал еще от этого трека, и я уже даже не могу его слушать. Ой. Ну, давай чуть попозже. Еще много музыки у меня. Новый, свежий, прикольный, а потом поставим еще My House is on Fire. Спасибо всем тем, кто смотрит в прямом эфире или потом в записи. Это прямой эфир из Академии Резонанс Мьюзик, самого центра Санкт-Петербурга. Если кто не знает, то занимаемся мы тем, что обучаем диджейнгу и созданию музыки, поэтому если вы хотите научиться создавать собственные треки, собственные композиции профессионально, либо играть как диджей на всем возможном оборудовании. Здесь вот, кстати, у нас самые новые проигрыватели Pioneer CDJ 3000. То добро пожаловать к нам. Вся информация есть у нас в группах, на сайте, в Инстаграме, где только вы пожелаете, где вам удобнее. Добро пожаловать! Вот. We'll be right back.
Спасибо, ребята. Ну, музыку другого формата играть не буду. У нас не на заказ. Здесь, к сожалению или к счастью, я ставлю ту подборку, которую считаю правильной, классной для создания той атмосферы, которую я задумал. А это атмосфера счастья, красоты и радости. Техно-музыка — это немножко другое для меня. Техно-музыка — это скорее драма, это драйв, это другая атмосфера. Не для трансляции, мне кажется. А так, спасибо, да, предыдущий трек неплохо свелся, а вот сейчас что-то я забыл, что тут вокалисты поют до конца трека, и здесь быстро начинается, и получилось так. Немножко кашля, но ничего страшного. Now I
heartache number four. Heartache number five was out to get me. So heartache number six, it had to wait. I got sick from heartache number seven. And I just got sick. By heartache number four, I lost my head. For heartache number five, I stayed in bed, girl. Heartache number six was it's too late, yes. Losing you was heartache number seven. Звонили, отвлекли меня, и, к сожалению, я нажал на трек, который играл в эфире. Ну, такое, кстати, было и на вечеринках. Ничего, как-то люди потом опять начинали танцевать. Два человека обычно уходят с танцпола, а остальные остаются. Ну что, начинаем заново? На самом деле, еще буквально несколько треков, и буду заканчивать. Я думаю, что вот этот... Еще один специально для Сони, она просила. И потом напоследок кое-что очень интересненькое. Яма в этом треке. Скорость замедляется. Ломанный ритм, очень классно. А потом опять вернется.
последняя работа на сегодня. Это еще один мой трек, который называется My House is on Fire. Специально по заказу Sony. Слушал в прямом эфире или позже в записи. Спасибо всем тем, кто комментировал, высказывал свои мысли. Приятно знать, что вкус со многими людьми сходится. И осталась всего одна композиция, как обычно. Это что-то немножечко вне формата. Сегодня это очень крутой трек. Старый трек. Вышел раньше, чем я родился, и я думаю, что раньше, чем многие родились. Следующая композиция, которую будем сегодня завершать, это композиция от Evelyn King. Трек называется Love Come Down. Всем спасибо. Пока.
До следующей недели. Увидимся, услышимся. Хорошего настроения, не болейте. We'll be right back.